Ну что ж, дорогие друзья, мы с удовольствием продолжаем нашу программу. Степан Арефьев, Марина Гес. И сегодня, между прочим, Всемирный день вспомогательных и репродуктивных технологий. Как мы говорили в рубрике «День в истории», именно сегодня, в 1978 году, на свет появился первый ребенок, зачатый вот таким способом. Да, ну, баланс должен быть не только в воде, но и в жизни. Ведь тема сегодняшнего эфира Водный баланс. И мы говорим о балансе, но баланс должен быть и в семье. А для этого что нужно? Чтобы в семье были дети. Дети, да. Да, но, к сожалению, не всегда у пар получается завести детей. Причин для этого может быть очень много. Но не стоит отчаиваться, потому что выход есть всегда. Да, о нем нам расскажет кандидат медицинских наук, главный нештатный репродуктолог Министерства здравоохранения Челябинской области. Все сказал, да? Надежда Эрихман. Здравствуйте, Надежда. Надежда, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Первое, может быть, я хотела бы... Хорошо. Не начните сами. Если вы позволите поздравить всех своих коллег с Днем репродуктивных технологий, пожелать всем удачи в работе и побольше беременности и деток. Отлично, отлично. У нас со Степаном по трое. Может быть, хватит, пора остановиться. Какие могут быть причины бесплодия, основные причины? Но основные причины бесплодия – это нарушение проходимости маточных труб, то есть проблемы с тем, что яйцеклетка не может встретиться со сперматозоидом. На втором месте, наверное, можно сейчас поставить – это мужской фактор бесплодия, эндокринные нарушения как у мужчин, так и у женщин, ну и так называемое необъяснимое бесплодие, когда вроде бы все хорошо и у мужчины, и у женщины. А что-то не получается, да, время не пришло еще. Но вот какие варианты тогда нужно рассмотреть семейной паре? Ну, первое – это пройти обследование. То есть, если не получается, что беременность в течение года у женщин до 35 лет и в течение полугода у женщин после 35 лет, то надо уже обратиться к специалисту. То есть, они обращаются к гинекологу, можно это по месту жительства, можно сразу в специализированный центр, где занимаются этими проблемами. Назначается паре. Обследование. Да, назначается паре обследование, и уже выясняется, в чем причина. Возможно, это надо что-то подкорректировать только либо у мужчины, либо у женщины. Возможно, надо заниматься сразу и мужем, и женой. Поэтому тут, в общем-то, вариантов может быть много. Ну и последний шаг, скажем так, когда ничего не получается, это уже экстракорпоральное оплодотворение. Ну, этот процесс, сколько может занять процесс обследования? Или здесь все индивидуально? Ну, смотрите, процесс обследования и выяснения причины должен занимать не более полугода. Это вот... Ну вот смотрите, то, что касается ЭКО, на самом деле это не процедура не из дешевых, правильно? А вот можно ли ее сделать по полису ОМС? Да, по полису ОМС в Челябинской области проводится около 2000 программ ЭКО. То есть, это ежегодно? Это ежегодно, да. Любая женщина может обратиться, если ей показана эта программа, и центры, которые работают по программе ОМС, при выборе этого центра, врача, она может пройти эту процедуру. А вот вы говорите, если показана ей эта программа, то есть когда проходит, допустим, они вот ряд вот этих вот, да, ну, когда проверка проходит, да, своего организма, это тогда устанавливает, что... Если установлен диагноз бесплодия, да, и другие методы лечения неэффективны, то уже показана программа ВРТ. То есть это определяет врач либо гинеколог, к которому обратилась пациентка, либо мужчина, так как может быть мужской фактор, либо уже репродуктолог в центре репродуктивных технологий. А вот ЭКО можно сделать в любом возрасте? Или есть какие-то противопоказания медицинские? Может быть, есть какие-то здравые ограничения? Да. Ну, процедура, скажем так, непростая, поэтому, естественно, существуют показания, противопоказания. Они все прописаны в приказе 107-м. По возрасту, вообще репродуктивный возраст считается до 49 лет. Но, к сожалению, после 40 лет уже программы ЭКО со своими клетками малоэффективны, поэтому часто приходится прибегать к донорскому материалу. А скажите, а вы отслеживаете вот дальнейшую жизнь этих маленьких лучиков счастья, которые с вашей помощью появились на свет? Ну, конечно, конечно, мы стараемся поддерживать связь, и даже вот у нас тут была годовщина нашего центра, к нам приходили детки, которые, в общем-то, уже которым по 5, по 6 лет, и постоянно приходят, то есть мы всегда очень рады видеть и стремимся, конечно, общаться, потому что и нам интересно их дальнейшее развитие. Прямо сейчас у вас глаза заблестели. Спасибо вам большое, то, что вы делаете, это действительно необходимо и нужно. Да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас была Надежда Эрлихман, кандидат медицинских наук, главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения Челябинской области.